Яркие выступления групп поддержек, соло, дуэты и командные станты. Главными победителями турниров по чирлидингу всегда остаются зрители. Для них талантливые спортсмены готовят интересные выступления. Участники знают, что на первом месте в этом виде спорта. Сплоченность команды, да. И поддерживать друг друга в любую минуту, самое тяжелое, никогда не расстраиваться, и всегда быть на позитиве и знать, что ты добьешься своей цели. Мне очень нравится танцевать джаз, потому что в помпонах там надо быть очень натянутой, а в джазе можно быть мягкой, раскрыться, такое вот. Мне нравится больше с помпонами, потому что в джазе иногда надо улыбаться, иногда нет, но в помпонах надо улыбаться, и я постоянно, у меня улыбка до ушей. Второй официальный кубок Одесской области по чирлидингу стал одним из самых массовых в Украине. 170 участников из разных уголков региона. На этом турнире проходит отбор сборной области, которая выступит на Кубке Украины. На сегодняшний день в соревнованиях принимают участие 11 клубов. Это два клуба чер направления и 9 клубов данса. У нас около 170 участниц. В принципе, для второго чемпионата области это достаточно много, с учетом того, что из области у нас деток приехали сильнейшие победители своего города. Вот, то есть это все наши силы одесские. Мы увеличились с мая месяца в разы. Как результат плодотворной работы, звание мастеров спорта для воспитанников, годы тренировок и победы на международной арене высоко ценят во Всеукраинской Федерации. В этом году Одесская областная федерация подготовила трех мастеров спорта Украины: Ирину Ковалевскую, Дарью Юнок и Аню Димову. Аня Димова, к сожалению, сегодня не присутствует. Она в составе сборной страны в Киеве готовится к чемпионату Европы, который через 5 дней состоится в Нидерландах. Вот, и будет выступать в номинации дуэтов во фристайле. Мы надеемся на ее медаль в этом виде программы. Ира Ковалевская и Даша Юнок очень достойно выступали в этом сезоне. Стали чемпионками страны, обладателями Кубки Украины. Именно за это им присвоено звание мастеров спорта Украины. Также в прошлом году они выступали в составе сборной страны на чемпионате мира в США и на чемпионате Европы в Вене. Кубок Украины пройдет в конце ноября в Харькове. Победители и призеры всеукраинских соревнований будут отобраны в сборную Украины для участия в чемпионате мира, который состоится в США в следующем году. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кличко, телеканал «Репортер».